Жил да был лес. Рос себе и рос, больше вширь, чем вкось. Но однажды в лес тот пришли люди и острог поставили на слиянии Качи и Енисея. Острог тот разросся, стал городом, людей прибавилось. Одному кусочку леса удалось уцелеть от нашествия человеческого, и стал этот лес радость людям дарить. Да так и повелось, что дарит он ту радость до сих пор. В 1822 году по указу императора Александра I была основана Енисейская губерния, центром которой стал Красноярск. Первым губернатором был назначен Александр Петрович Степанов. В 1828 году губернатор Степанов отдает распоряжение о создании городского сада. Но Александр Петрович так и не увидит своего творения. Проект будут разрабатывать целых 6 лет. А всего лишь через 2 года после распоряжения в 1831 Степанова снимут с губернаторского поста. Сегодня Центральный парк Красноярска раскинулся на площади в 15 гектаров, а ведь задуман он был Степановым в 4 раза больше – целых 60,8 гектара. Город Красноярск, он вообще-то был очень небольшой. И представьте себе, что вот где сейчас площадь Революции, это был выгул для скота. Он решил, что часть леса, которая находится как бы в городе, то есть у окраины города, нужно просто огородить и сделать его местом для гуляния. Вот. Тем более, что его попросили соответственно, составить план города, губернского уже города, с перспективами развития. Вместе с лесным массивом на территории парка обозначили новый городской центр – Новособорную площадь. Она же Новобазарная площадь, впоследствии площадь Революции. В какой-то момент город просто перестал помещаться и стал развиваться как попало. И был построен генплан, вот так по-серьезному, как мы говорим современным языком, где определили, что Красноярск должен быть гораздо длиннее, больше центральная улица, а центр не может находиться на окраине. И ровно поэтому таким немножко искусственным образом создавали новый центр Красноярска. Изначально планировалось устроить городской сад от улицы Воскресенской, современный проспект Мира, до берега Енисея. Но остановились на границе вдоль улицы Гостинской. Нынешняя улица Карла Маркса. Если бы первоначальный план удался, простирался бы городской сад Красноярска от нынешнего исторического квартала до речного вокзала. По самым скромным подсчетам, его длина составила бы 3 километра. Да уж, гулять по такому парку все равно, что сдавать нормативы по бегу. В 1925 году был создан настоящий архитектурный план. Архитектор в этом архитектурном плане уже определил немножко меньше места под городской сад. По плану Степанова городской сад должен был простираться, то есть это было место определено от улицы Декабристов, вы представляете, вот, и, соответственно, до улицы Диктатура. А сейчас, как вы знаете, он у нас начинается с Дзержинского до, фактически, до Горького. С приходом на пост губернатора Василия Кирилловича Падалки городской сад начал преображаться. Губернатор тщательно следил за порядком в нем, распорядился устроить клумбы и террасу с видом на Енисей. Именно при Василии Падалке было построено летнее помещение для общественного собрания, ротонда для танцев, кегельбан, а сам сад был обнесен забором, проложены дорожки. Больше всего полюбилась горожанам китайская беседка среди зелени. Ее окна украшали разноцветные стеклянные витражи. Увы, это строение осталось только на редких фотографиях, да и те черно-белых. В саду работал павильон, в котором для посетителей устраивали музыкальные и театральные вечера. А в зимнее время на главной аллее сооружался каток. В юго-западном углу парка был устроен детский сад с приспособлениями для разных игр и гимнастических упражнений. Это то место, где могли увидеть какие-то небольшие спектакли. Оркестры были первые при Центральном парке, очень известный оркестр народных инструментов, балалайшников. Потому что я именно говорю о 19 веке, потому что даже не было еще старого театра, не говоря о театре Пушкина.
И там, возможно, было в летнее время какие-то представления жителям Красноярска увидеть. В 1890 году в Енисейскую губернию был назначен новый губернатор Леонид Константинович Теляковский. Зимой того же года Теляковский получает известие о том, что на обратном пути своего вояжа в Красноярск заглянет цесаревич Николай Александрович Романов. 11 мая 1891 года его высочество прибывает во Владивосток, откуда дальнейший путь лежал в пределах Российской империи, а 1 июля того же года Николай Романов в 10 часов 30 минут утра на теплоходе «Святитель Николай» прибывает в столицу Енисейской губернии Красноярск. На пристани собрались господин губернатор, городская дума в полном составе с заместителем городского главы Матвеевым во главе, городские дамы и ученицы гимназии. Здание, пристань и арку декорировали гирляндами из хвои, флагами и живыми цветами. Путь его высочества от арки до парохода был устлан коврами и усыпан зеленью и цветами. Государь-наследник принял хлеб-соль от городского общества на изящном серебряно-вызолоченном блюде с изображением карты Енисейской губернии с обозначением маршрута цесаревича. Енисейские губернские ведомости, 14 сентября 1891 года. Далее наследник престола, сопровождаемый генерал-губернатором Восточной Сибири Горемыкиным и губернатором Теляковским, направился осматривать различные учреждения до выставки, устраивать смотры войск, сажать кедры и оставлять в местном музее автографы. У нас были книги для входа посетителей, такие огромные, там оттолст такие, но для него бы специально был вот откопирован такой текст, в типографии был издан, где он оставил свой вот этот автограф. В 7 часов вечера его высочество отправился в городской сад, где в помещении общественного собрания городское общество чествовало царственного путешественника обедом. Эта беседка до самой революции напоминала красноярцам о приезде цесаревича Николая в город и посещении им городского сада. Со званым ужином в честь приезда цесаревича было не все так замечательно, как может показаться в начале. Обратимся к дневнику учительницы Красноярской женской гимназии Варвары Александровны Никитинской. Почему такое большое внимание вот мы обратили на ее дневники по поводу приезда Николая Романова, будущего императора Николая II? Вот, потому что там написаны такие факты, которых вы не встретите нигде. Надо бы сказать еще об одном мудром распоряжении губернатора. Пользуясь данными ему полномочиями, в такой знаменательный для города день он вычеркнул из списка приглашенных городом всех дам, исключая своей жены, начальницы гимназии Адам. Тоже личности достаточно несимпатичной авантюристки, чуть ли не шпионки и попечительницы приюта Кузнецовой. И жены головы Матвеева. Последние две, как коренные сибирячки, оскорбленные за своих дам, уклонились сами от обеда. А оставшиеся за столом только две дамы, да еще приглашенная по личной просьбе наследника, попечительница Енисейской женской гимназии госпожа Харченко, поднесшая ему черпак. Это невольно выдающееся отсутствие дам за столом не ускользнуло также от внимания наследника и его свиты. Князь Борятинский обратился с вопросом к своему визави, управляющему казенной палатой Ивану Павловичу Абдрину. «Скажите, пожалуйста, все вы, господа, семейные люди?» «Так точно, ваше сиятельство». «А где же ваши дамы? Почему их нет с нами?» «А они все в саду, ваше сиятельство». После обеда князь Борятинский и прочие члены свиты добились причины отсутствия дамы и, как говорят, приобщили к делу. Не ускользнула от юного взора Николая и расправа полицейских над дамами, которые столпились вокруг здания общественного собрания, дабы лично лицезреть цесаревича. И вдруг Николай замечает некую скандальную историю, там какая-то история с дамами. И он говорит, а почему вот ваши службы как-то вот с дамами обращаются не очень уважительно? Выясняется, что билеты в парк продавались, можно было пойти погулять и краешком глаза взглянуть на то, как там вот цесаревич отобедывает, но билеты не продавали дамам.
Он сказал генерал-губернатору: «Обратите внимание, как бесцеремонно ваши полицейские обращаются с дамами». Генерал-губернатор кивнул Теляковскому, и тот устремился сам на террасу отменять свое строгое приказание. Видно было, как он махал руками, приглашая публику к окнам, но ему мало доверяли, и все остались в почтительном отдалении от окон. Эта сцена успокаивания публики, видимо, из зала, вызвала немало улыбок. Среди приглашенных на званый обед были иркутские и красноярские чиновники, свита Николая, представители духовенства и купечества. Первоначально список приглашенных был длиннее на 56 человек, но генерал-губернатор Восточной Сибири Горемыкин рассудил, что это было бы обременительно для городской казны. Решили обойтись без жен, пригласив только тех дам, которые возглавляли какое-либо учреждение или общество. На обеде звучали здравицы в честь всей царствующей семьи и цесаревича Николая. Играл духовой оркестр. Сохранилось меню того памятного обеда 1 июля 1891 года. Официанты подавали изысканные блюда из ценных пород рыб и дичи, икру и различные сорта голландского сыра, французские трюфели и немецкие колбасы. Зелень выписывали из Екатеринбурга у тамошнего торговца Лобанова. На следующий день, 2 июля 1891 года, ровно в 7 часов утра к подъезду была подана коляска, и его высочество изволил отбыть при кликах собравшихся. В былые времена, впрочем, как и сегодня, красноярцы любили и любят свой парк. Да и письменные источники говорят о нем преимущественно с превосходной стороны. В путеводителе по всей Сибири и среднеазиатским владениям России за 1895 год есть такие строки: «Городской сад лучше не только в Сибири, но и европейской России». Парк всегда привлекал внимание, и что самое интересное, что в 19 веке это все понятно, и многие пишут, оставили очень интересные воспоминания о парке, в том числе, например, Фритьоф Нансен, который был у нас в 13 году. И опять же он писал о том, что нас повели в городской сад. Это просто изумительное зрелище. Хоть это уже и поздняя осень, и цветы не сохранились, но видно, какие клумбы здесь были разбиты, какие интересные цветы здесь были посажены. И самое главное – деревья. Деревья лиственные, там, допустим, елки, ели, огромные лиственницы, которые присутствовали в парке, клены. Меня это поразило. Вот об этом писал Фритьоф Нансен. О парке в Красноярске упоминают энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона и оба издания Большой советской энциклопедии. Вот эти дома исторического квартала строил как подрядчик, и в том числе здесь жил Сазон Телегин, купец. И известен такой факт, что городские газеты написали о том, что в городском саду, я его все называю по привычке центральным парком, ранен в спину его сын Север Сазонович Телегин. За ним бежала 18-летняя девушка, которая в него стреляла из револьвера, а потом попыталась отравиться кислотой. Благо, с ними все хорошо было, там отделались легким испугом, но вот какая-то такая романтичная история, свидетелем вот такой сериальной, по-настоящему драматической штуки стал парк. В городском саду в 1891 году общественное собрание построило свой клуб, подо что ушла часть паркового леса. Возвели здание духовной семинарии, отдав солидную часть земель парка. Сегодня здесь расположен госпиталь. Береговую часть парка отсекли под устройство будущей улицы Дубровинского, ранее береговая. В 1913 году с восточной стороны сада построили водопроводно-электрическую станцию, дым из труб которой пагубно сказывался на растительности. Лишь через несколько десятилетий станция была закрыта. Так или иначе, но именно таким образом сложились современные очертания Центрального парка Красноярска. В начале 20 века появилось очень много сообщений о том, что жители не совсем довольны тем, как руководили этим садом. Почему? Потому что, чтобы содержать сад, общественное собрание, соответственно, приняло решение брать за это деньги. Но деньги-то оно брало, но на
Это пополняло городскую казну, но на парк-то деньги практически не выделялись. Надо сказать, что, скорее всего, отношение горожан к парку, оно развивалось по такой синусоиде. Любили, безусловно, критично относились, в том числе. Вот в старой газете я нашла объявление, ну, тут прям журналист пишет: «Наш городской сад – это пасынок города, никому нет до него дела». Вот такими словами в начале 20 века тоже описывали состояние парка и про деревья, и про арендаторов, и про все здесь есть. В 1909 году аренда общественного собрания заканчивается, и тогда вольное пожарное общество, у которого был духовой оркестр, и который периодически выступало в этом городском саду, они стали просить, чтобы ему в аренду дали, значит, этот парк. Красноярское добровольно-пожарное общество фактически стало хозяином городского парка. В 1909 году ему было передано здание благородного собрания. Все это время пожарные ухаживали за деревьями и благоустраивали парк, причем платили аренду за его использование и брали деньги за вход. Входная цена будет 10 копеек для взрослого и 5 копеек для как бы школьника и ребенка. Вот, но они гарантируют, что парк будет содержаться в порядке, что деньги будут идти не, так сказать, в казну собственную, а именно в казну парка. И кроме этого, они будут платить 4000 рублей в городскую казну за аренду, а все остальное они как бы будут брать себе. В отдельные годы сад был на полной самоокупаемости с годовым бюджетом в пределах 7-9 тысяч рублей и штатом сотрудников в 6 человек. Да и те же 5 копеек начала 20 века не то, что нынче 100 рублей. Это тоже бывшая площадь городского сада. Сегодня тут кинотеатр «Луч». Впрочем, именно кинотеатр появился здесь неспроста. А начиналась эта драматическая история с визита одного гастролера. В 1908 году Красноярск посетил с двухнедельными гастролями для демонстрации кинематографа инженер-техник Василий Александрович Поляков. Его приняли с большим энтузиазмом, и Поляков решил основать в Красноярске постоянный кинозал, получивший название «Кинема», который впоследствии переименуют в «Потеграф» от фамилии братьев Поте. Город от кинотеатра получал по 200 рублей за весенне-летний сезон. К тому же Поляков дал обязательство освещать не только место около своего здания, но и всю боковую аллею сада, ведущую от главной аллеи на восток. Народ на фильмы валил валом. В день число зрителей доходило до 1000. Кинотеатр простоял с мая до зимы, когда из городского сада его перевели в дом купеческого собрания. Всего за одну зиму толпы разношерстной публики довели купеческое собрание до такого состояния, что его правление выгнало кинематографистов, но и Поляков не собирался сдаваться. В 1910 году он подает прошение о постройке кинотеатра. В результате ему отводят под капитальное здание землю на окраине сада. Увы, через 3 года кинотеатр сгорел. Пройдет еще 2 года, прежде чем Поляков, оправившись от потери, скандалов и убытков, торжественно откроет на прежнем месте очередной кинотеатр. По свидетельству самого владельца, это здание было красивее прежнего. Он тогда не знал, что прослужит оно вплоть до 60-х годов 20 века. Можно было прийти в этот кинематограф, получить контрамарку и пойти гулять в сад. А через 2 часа вернуться, сесть и посмотреть кинофильм. То же самое было и в советское время. Еще в 30-х годах кинотеатр Полякова был переименован в «Луч». Знакомый нам вид здание приобрело после реконструкции 1970 года. На рубеже 20 и 21 веков «Луч» вновь обновился. Октябрь 1917 года изменил все. Даже в городском саду Красноярска произошла кардинальная перемена, которую видишь, если начать сравнивать фото посетителей 19 века с фото послереволюционной публики. Раньше городской сад был местом притяжения более аристократии, чем обычного люда. Тут вздыхали на скамейках и целовались при луне. Моя бабушка с моим дедушкой из деревни Воробино. Вот такой пример. Они жили в деревне Воробино Сухобуземского района на разных концах села. Но познакомились они в городском саду. Вот для меня это было просто удивительно. Новые времена рождают новые традиции. После революции во всех поселениях
Обязательно должна была быть улица имени Ленина. А еще крайне желательно окончательно переименовать городской сад в Центральный парк, да присвоить ему наименование культуры и отдыха, придав заодно имя пролетарского писателя Максима Горького. А если еще и улица Горького будет, так вообще красота. Именно так и случилось в Красноярске. По соседству от улицы Горького в 1934 году появился Центральный парк культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького. Алексей Максимович Горький как бы благоволил Красноярскому краю. Во-первых, наши игарские ребятишки написали книгу «Мы из Игарки», которую отправили Алексею Максимовичу, он консультировал их по этому поводу. Ну и вообще это был любимым советским писателем, и детским, как бы и взрослым. В парке был поставлен памятник Алексею Максимовичу Горькому на Центральной аллее. Там же стоял памятник Пушкину, который сейчас задвинули совершенно в разные стороны. Послереволюционная публика парка уже не была столь томной, чем прежняя. В парке появились новые жильцы, памятник Ленину и Сталину, вкупе с новыми воротами. Появились первые аттракционы – русские качели, карусели, силомер и парашютная вышка. Дамы уже не вздыхали на скамейках, глядя украдкой на своих кавалеров. Они завороженно глядели вверх, на вышку, с которой парни лихо прыгали вниз. Где-то в Зеленом театре играл духовой оркестр. Его звуки разносились по всему парку. В 1936 году в парке Горького произошло событие, которое откровенно ждали. В нем появилась первая в России детская железная дорога. В 1930-х годах зауч фабрично-заводского училища Красноярского паровозо-ремонтного завода своим ученикам дал задание собрать уменьшенную копию паровоза СУ, получается, уменьшенную в 5 раз. Постройку состава закончили к 1 мая 1936 года. Достижение учеников решено было показать всему городу, для чего в нынешнем сквере Сурикова проложили небольшую узкоколейку. Восторгов было столько, что городские власти приняли решение организовать в парке Горького настоящую детскую железную дорогу. Сказано – сделано. 1 августа 1936 года в Центральном парке открылась Красноярская детская железная дорога. Наша дорога считается первой в России и второй в СССР. Годом ранее подобное чудо открыли в грузинском Тифлисе. Красноярская детская железная дорога – единственная в стране, где все оборудование, включая вагоны, делается специально и эксклюзивно. Детские аттракционы и сегодня готовят квалифицированные кадры для взрослой железной дороги. Когда началась Великая Отечественная война, такой был патриотический порыв у красноярцев, что было очень много добровольцев, что место, куда вот это количество добровольцев могло бы прийти, не было. И они приходили на аллеи Центрального парка. Можно сказать, что Центральный парк провожал наших парней, мужчин на Великую Отечественную войну. Когда закончилась Великая Отечественная война, в Центральном парке заработала библиотека. Здесь вплотную занялись озеленением, начали выращивать различные сорта цветов. Население Красноярска росло, и в 1951 году в генеральный план города решили внести изменения по расширению парка. Площадь Революции, сквер Сурикова и набережную Качи хотели объединить в одну зеленую ось, но сделать это так и не удалось. Зато в парке заработало колесо обозрения и даже экстремальный аттракцион с маленькими самолетиками, который особенно полюбился вечно стремящимся к подвигам мальчишкам. Кроме этого, там была устроена площадка, танцевальная площадка, так называемая ракушка, которая в 50-е годы была реконструирована. И я потом очень хорошо помню еще танцплощадку. Это было супер. Там, допустим, я жила в роще. Из рощи поехать в парк на танцплощадку – это было, о, как круто! В 70-х годах была новая реконструкция парка. Обошлись без особых затей. Центральную аллею расширили, для чего вырубили кустарники и деревья. Да посадили вдоль аллеи голубые ели. Сегодня здесь бегут машины, а микрорайон называется незатейливо – взлетка. А ведь когда-то здесь разбегались авиалайнеры, унося пассажиров в светлую небесную даль.
А иначе откуда почти в центре города Миллионника случилась улица Аэровокзальная и это здание, в которое это самое Аэровокзальное и упирается? Старый аэропорт города Красноярск, воздушные ворота столицы края. Именно отсюда берет начало еще одна достопримечательность Центрального парка. Сегодня это диковинные кадры, а когда-то в 70-х годах прошлого века это была обыденность, как и было обычным делом дрожание стекол в домах, примыкавших к аэропорту при взлете самолета. Прибавьте ко всем неудобствам для жителей еще и семимильный прогресс авиации. Она упорно переходила с турбовинтовых самолетов на реактивные. Росла нагрузка на аэропорт, рос шум, гнев жителей тоже рос, но чуть меньше. Встал вопрос о переносе аэропорта за пределы города. В итоге старый аэровокзал, который видел Юрия Гагарина и других космонавтов, Фиделя Кастро, Леонида Брежнева и множество других знаменитостей самого разного толка, решено было закрыть, а всю авиацию перенести куда подальше от Красноярска. Тут, правда, казус случился. Изначально аэропорт назвали по близлежащему крупному населенному пункту – Емельяново. Сейчас все исправлено. Официально наш аэропорт называется «Аэропорт Красноярск» имени Дмитрия Александровича Хворостовского. Ил-18 с бортовым номером 75783 переделали в кафе. Ой, кафе «Карлсон» – это самое вкусное мороженое. Это ты стоишь в такую длинную-длинную очередь. Запускали партиями. Вот одна партия заходит, ты стоишь, думаешь, когда же она выйдет. Я не знаю, сколько там сидели, но недолго, минут, наверное, 20. Потому что заполняли все места, проносили всем, ставили одинаковые креманки с мороженым, которые были посыпаны шоколадом и вкуснейший лимонад. Ты все это съедаешь, довольный, что ты в самолете, и уходишь. И следующая партия заходит туда. То был незабываемый вкус детства. А на выходе можно было выказать особое спасибо, дотянувшись до винта щекой. Во всем этом гастрономическом аттракционе было и еще одно. Парк и его необычное кафе как-то ненавязчиво давали возможность любить советскую авиацию. Ее образ становился еще более романтическим и заманчивым. Жаль только одного. Эта история закончилась трагически. В 1992 году кафе «Карлсон» сгорело, что стало результатом бандитских разборок. Как и этот лайнер, Ил-18 СССР 75783 улетел в закат, но даже не пообещал вернуться. Вслед за кафе «Карлсон» запылала комната страха, будто мы отпустили вожжи и уже ничего не боимся, ни партии, ни вождей, ни черта. Парковый лес пришел в запустение и стал чахнуть. Страна детской мечты быстро превращалась в государство суровой взрослой жизни. Я сама еще в 90-е годы была студентом, поэтому училась не в Красноярске, но много помню, когда приезжала в Красноярск, обязательно в первую очередь, наверное, была здесь в парке, любимое место наше. Центральный парк. Аттракционы были старенькие, работали со скрипом, но работали. Сейчас в Центральном парке Красноярска идет глобальная реконструкция. Инвестором обновления стала компания «Русал». Металлурги направили на обновление главной зоны отдыха краевого центра около 1 000 000 000 рублей. Уже переделана входная группа. Ученые обследовали деревья, а рабочие выложили брусчатку, установили новые качели и лавочки с подсветкой. Парк буквально за один сезон обзавелся новыми канализационными, водными и электрическими сетями. Была реконструирована историческая ограда, которая появилась здесь еще в 19 веке. Но и это не все. Компания «Русал» решила восстановить некоторые исторические объекты, ранее находившиеся здесь. Будет воссоздана атмосфера прошлого в определенной степени. Как минимум здесь появится 2 новых здания, которые будут полностью повторять те здания, которые были в парке в начале 20 века. Это «Русская беседка» и здание Вольного пожарного общества, которое было построено как здание общественного собрания. Асфальтированные дорожки заменят тропами с деревянными настилами. Преобразится и центральный фонтан, став так называемым сухим фонтаном.
Благодаря своему обновлению место отдыха начнет работать круглый год. Уже сейчас построили новое здание оранжереи. Стеклянные витражи зданий позволят гостям круглогодично наслаждаться цветочной красотой. По словам краеведов, нынешнее озеленение Центрального парка не идет ни в какое сравнение с тем, что было в том же 19 веке. Сейчас старых и ценных деревьев осталось не так много. Эксперты не сомневаются, парк нужно озеленять. Обращали внимание на то, чтобы рядом с реликтовыми соснами не было, например, сорных растений или не было растений, которые затеняют эти сосны. Поэтому где-то часть растений рядом с соснами убирается для того, чтобы сосны чувствовали себя хорошо, как можно дольше радовали красноярцев. Но а в целом озелененность парка вырастет на 20%. Будут высажены дополнительно крупномеры. Но основной упор архитекторы, создатели проекта парка сделали на кустарниках и цветах. Для того, чтобы создать в парке второй, третий уровень озелененности, то, чего сегодня, к сожалению, Центральному парку очень недостает. Для того, чтобы понять, что будет предложено юному поколению, надо отправиться на самый настоящий завод. Именно здесь, в Дивногорске, построили две круглогодичные детские площадки – «Столбы» и «Берлога». По комплексу «Столбы» можно будет полазить, как по настоящим скалам заповедника. На детских площадках появятся павильоны для активных игр, горки, трубы, канаты, лестницы, башни, по которым можно залезть на вершину. Будут установлены 9-метровые перья с приспособлениями для лазания и горкой внутри. И деревянные столбы с гнездом наверху, о котором так мечтают дети, чтобы укрыться от назойливых взглядов взрослых. Комплекс «Берлога» выглядит не менее эпично и притягательно. В нашей съемочной группе некоторые граждане уже положили глаз на него. Оказалось бы, детство прошло безвозвратно. Авторы реконструкции хотят создать целый Белкоград. Своеобразный город в деревьях из различных домиков, переходов между ними и разными зонами парка. Кстати, белки здесь жили еще до основания городского сада, но в 70-е, 80-е годы 20 века они убежали с парковых просторов и вернулись только 6 лет назад. Правда, это не коренные сибирские белки, а специальные, парковые, завезенные из самого Петербурга. Дома для белок не должны быть удобные, ну просто какой-то арт-объект для людей, нет. Они должны быть скрыты в первую очередь от человеческих глаз и сливаться с деревьями. Это очень важно для безопасности белок, потому что в ярко-красных домиках я не думаю, что белкам понравится жить там, или в ярко-синих, или в цветных каких-то. А вот уже какие-то арт-объекты, которые могут появляться на территории Белкограда в виде кормушек, в виде каких-то интересных вот именно арт-объектов, которые нравятся детям, где можно, может быть, что-то из дерева там сделать на территории вот Белкограда. Вот это да, это может быть и ярким, и красивым, но, по сути, меньше иметь отношение к самим животным. Вдохновляясь нашими сибирскими красотами, архитекторы, которые создавали проект реконструкции Центрального парка, решили, что в парке никак нельзя без Енисея. И Енисей должен занимать центральное место в парке, так же, как центральное место он занимает в Красноярском крае и в городе Красноярске. Поэтому в виде Енисея и его притоков будет выложена центральная аллея парка. Как говорится, поживем, увидим. Новая история Центрального парка Красноярска начнется в 2025 году.